Утхита Триконасана, Триконасана, поза треугольника. Соедините стопы в Тадасане. С глубоким вдохом соедините руки над головой и прыжком отведите их в стороны. Лодыжки должны быть примерно под запястьями. Поднимите грудь. Поверните левую стопу слегка внутрь, а правую ногу разверните наружу на 90 градусов. Правая пятка должна смотреть в центр прогиба левой стопы. Плотно поставьте правую стопу и разверните правую ногу наружу так, чтобы центр бедра совпал с центром правой стопы. Разверните бедра, растяните руки и выровняйте корпус, чтобы таз был в одной плоскости с грудной клеткой. Нажав левой пяткой на пол, нагнитесь в сторону правого бедра и равно растяните обе стороны торса вправо. Прикоснитесь к полу или к опоре и растяните левую руку с ладонью, смотрящей вперед. Поверните внутренние стороны бедер внутрь и вберите правую ягодицу. Отведите плечи назад, руки должны быть на одной плоскости с правой ногой. Поворачивайте торс кверху. Отведите слегка голову назад и посмотрите на левую руку. Растягивая левую руку и правую ногу, на вдохе поднимаетесь. Поверните ступни параллельно, и теперь разверните левую ступню на 90 градусов, а правую слегка внутрь. Большой палец левой ноги, а также пятка должны давить на пол. Разверните правое и левое бедро наружу. Распределите обе части живота ровно, чтобы таз располагался на одной плоскости с ногами. Прижав правую пятку к полу, на выдохе согнитесь к левой ноге, растянув обе стороны торса. Вытяните левую руку, поставьте ее на пол или на подставку. Растяните вверх правую руку. Отведите верхнюю часть бедра назад и сведите ягодицы внутрь, направив левую ягодицу вперед. Закрепите верхнюю часть левой ноги глубоко в ягодице и расправьте левую часть грудной клетки в сторону подмышки. Поднимите грудь, разворачивая левую руку наружу так, чтобы внутренняя часть локтя смотрела в ту же сторону, что и стопа. Еще выше, вытянув руки, сведите лопатки и поворачивайте торс кверху. Слегка отведите голову назад и посмотрите на правую руку. Растянув полностью руки и ноги, на вдохе поднимайтесь. Поставьте стопы параллельно и на прыжке поставьте стопы вместе. Хотя стоячие позы, как правило, требуют напряжения и многих усилий, особенно в начале, поддерживайте дыхание мягким и прохладным. Поддерживайте баланс правильного выполнения позы с радостью и внутренней открытостью.